И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и мой сын Ярик. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем играть в прятки. Всем привет. Хай-хай. И все пьете и кушайте, приятного аппетита. А я еще рожди не пробую, чтоб меня не спалили. А я иду искать. Ты что, уже ищешь? А нет, не ищу, а я иду назад не искать. Давайте, пацаны, прячьтесь. Так, подожди, ты так резко, нет, не планирую ничего. Да Лефти уже готов. Да я понимаю, я просто эту карту, я эту карту не знаю, я вместе со зрителями сейчас ищу место себе. Вон тут какие-то... Эй, Димон, это моя нычка, это прячь. Не-не, Димон, ныкайся на его нычке. Ныкайся. Так, ничего страшного, я нашел тебя. Все, ребята, я иду искать, кто не спрятался, я не виноват. Блин, спрятался, конечно, в топовой нычке. Если что, папа, этот, не буду лучше болиться. Не надо, я только начал, давай будем растягивать удовольствие. Я люблю искать, мне это нравится. Я буду стекла все ломать в этом здании, чтобы вам холодно было. Тут, Гимаса, за кого ты играешь, расскажи. За Лефти. Лефти, за кабана. Да? Хорошо. Я люблю его брать, потому что им легко убивать. Не надо прям идеально наводиться на цель. На какую-то кнопку нажал, я из твоего живота все вижу. У тебя так это все. Нормально у меня в животе? Не, фигово, я ничего не вижу. Так, я все стекла разбил, должно холоднее уже быть в квартире. Давайте вас обратно. О, делай обратно, короче. Во, отлично. Так я ничего не делаю. А, да? Ну и ладно. О, ванна здесь. Ванна с долларами, полная баксов. Офигеть. Ничего себе, кто-то отдыхает. Да, отдыхает, конечно, по-крупному, Димас, по-крупному. Ищем дальше. Так, здесь да, я был, здесь я был. Теперь, Дима, очень сложно будет нас искать. Не, Дима, тут окажется. Потому что карта очень большая. Да, как она большая, вы чего? То она большая, то на первый взгляд, а на второй взгляд она небольшая. Да не, подпольная лаборатория. Никого нету там, да? Димон, я догадываюсь, кто из вас где-то прячется. Но не буду говорить, потому что вас сейчас оттуда еще убежите. А, хорошо. Хорошо, я спускаюсь, на втором этаже никого нет. Хотя, может, и есть, нет, никого нет. Так. Здесь. Ой, опять твой животик видно. Во, где-то здесь кто-то ныкается, по любасу. Животело твое видно. О, здесь классно на улице. Не, я ничего не вижу. Не, мне этот... Ярик, ты где-то тут, поэтому ты спектейт отключил, все сходится. Это Димон Макимон отключил. Это я Димас отключил спектейт. А, ты отключил. Да потому что я твой живот только один вижу. Понял. Твой живот мне не нравится. Короче, Димон, дам тебе инфу, он на крыше возле маленького домика. Да? А как ты видишь это? Ничего себе. А у меня просто все со спектейтом нормально. А, ты тоже спектейтишь? Чё, это туалет, а я думал, сдалека Капхед на корточках сидит. И мочу туалет. На записи будет прикольно. Думаю, да что я Капхеда не убить не могу, этот тупораша. То что, вы похожи между собой или чё? А Димас, как ты лечить не можешь? Хорошо, ускоряемся. Ага, вот тут кто-то может сидеть. В будке этой берлоги. Никто не сидит? Я дам подсказку, я в доме на первом этаже. Окей, спасибо, Ярик, я иду. Могу зайти. Пускайте меня на вечеринку. Чего вы меня не пускаете? Хорошо, так. Ярик, я захожу с другой стороны, там, где еще меня не было. О, Димас, я знаю, как еще этот управлять, чтобы я не видел твоих этих вонючих пузяк. Я могу предметом управлять, Димас. А, да, можешь предметами летать. Папа, пойди обратно, кое-что хочу посмотреть. Развернись. Так, давайте, ребят, покажу вам карту. Нет, вот она вот такая у нас. Ну чё, пацаны, где-то вы здесь? Тут даже игрушки катаются. Вот, Димас, я тебя нашел, привет! Так, как узнать, где ты? Ого, я об стол ударился, и жизни отнялись. Блин, тут классно кухонька. Здесь. Вот, я, кстати, там спрятался. Видишь, там это над фонариками прикольная такая. Видишь, над фонариками там? Да-да-да, выемка такая есть. Может, Ярик там сидит? Нет. Я вообще в другом месте. Хотя нычка хорошая.
Так, а что тут 2 из 5, 3 из 5? Что тут показывает? Ай, ай-яй-яй, предметы меня бьют. Я спрятал, я просто спрятался куда угодно, когда ты сказал, я иду искать. Все, я понял. Я просто убежал в комнатку и все, и застроился. Так, тут баксов нету. Слышал, Димас, Ярик спрятался в какой-то комнатке и застроился. Ах ты хитрый жук. Так, спускаюсь в полуподвальное помещение, вы здесь. Давай. Я живу с Галимой, папа. Так, выходите. Ярик, тут какие-то таракады ползают у тебя по полу. И чё, вас тут нету? Это я столько минут тут ломал всё. Ярик, это ты был в этом в оранжевой комнате? Ну, я был рядом, меня убило. Я просто кое-как там спрятался, потому что меня не задели. Меня задело. Ну, сейчас я текаю. Нифига себе здесь комнат. У меня всего 1 хп осталось, я текаю. О, нифига себе здесь будочка есть. Решетки под ногами проваливаются. Димас, покажи капхеда, где ты тут капхеда туалетного убивал? Да не, не буду, потом. А, ну ладно. Ну что, не могу вас найти? Тут миллион, не миллион же мест. Я уже тут всю хату разломал, все двери подкрывал. А у вас никого нет, давайте подсказку. Дима, давай маленькую подсказочку. Подсказочку? Я вижу что-то белое. Ты в выхлопной трубе. О, выхлопная труба. Так. Надо сделать от первого лица мне. Да, о, кстати, домик на дереве, классно. Есть, блин, Ярик! Давай, будем вместе искать, я тебя увидел. А вон и туалет в домике, на который я думал, капхед. Там вообще не похож. Да сдалека похоже, вот так если с краешку смотреть, кажется... Вот отсюда, вот реально, ребята, вот смотрите, отсюда кажется, что это капхед там сидит на корточках. Вот лети ко мне, лети. И смотри вот туда. Ну, кажется, как будто что-то белое маленькое. Ну вот, кажется, что... А, знаешь, я почему тебе показалось? Потому что у капхеда, он же как... Капхед, это же чашка. Ну да. А мне что туда срать? Ой, ну ладно. Я понял тебя. Димон, на каком ты этаже? Не, Димон, не подсказывай, нас уже двое, будет легко найти. Да, ищите, ищите. Ну давай тогда хотя бы этаж подскажи, реально, а то тяжело. Этаж первый. Окей, босс, ищем. А первого лица легко искать, а третьего не очень. Все, Диман, я включаю все... Все, что на уровне первого этажа, вот я там где-то нахожусь. То есть не в доме, я уже так понял. Либо улица, либо просто первый этаж. А, либо улица, либо просто первый этаж. Значит, ты где-то на улице. Так. Он под елкой. Он под елкой. Под елкой, да, конечно. Под елкой. Как подарок лежит здесь? Нет, нету подарка. Тут куколки везде всякие. Ржешь нас, потому что видишь нас, а мы не видим тебя, да? Потому что летать за предмет, конечно, смешно. Надо тебя наказать. Я вас потерял тут вообще. Так, короче, второй этаж и подвал не смотрите, и третий этаж с чердаком тоже. Все, что на уровне первого этажа, и смотрите. Все, все, все. Диман, ты видел, тут елка украшена арбузами. Где? Да вот здесь вот, не знаю, как тебе объяснить. Я уже съел арбузы, поел. Я арбуз кушал. Он под лестницей. Под лестницей, да. Он в сраннике. В сраннике, да. Он возле сральника. Возле сральника, да. Нет. Под сральником. Ой, гитара еще есть, классно. Вот, смотрите, Дед Мороз с оленями танцует. Димас, ты видел? А это я все 5 кнопок нажал, и там... Офигенно. Ярик, мы не можем его найти или можем? О, тут Дед Мороз, этот, снеговик с этим, с кепкой. Идите, короче, к снеговику с кепкой на улице. Ярик, он же в вентиляции. Да, вентиляции. Димас, с Яриком, идите, короче, сюда. Вот, идите к этому снеговику, короче. Снеговику. Смотри, сейчас. Я ему руку приделал. Он на улице, да, снеговик? А, я вижу. Посмотри, тут Дед Мороз с оленями танцует. Туда посмотри. А, я вижу. Прикольная анимация. Он в домике здесь где-то шкерится. Димон, дай подсказку, ты
доме или нет? Он тут, я его увидел только что. Выходи, я тебя увидел, Димон. Нет. Ты в этом доме сугробе сидишь, где олени живут. Ну не олени, северные медведи типа делают. Вот, я тебя увидел. Знаешь как, Димон, если бы ты не высунул свою жопу, я бы тебя не увидел. Есть. Я не могу, я ж не медведь. Не, хотя я за медведя играл только что, не могу туда пролезть. А ты можешь тут выбрать угол, чтобы меня убить. Все, Димон, кстати, давай, меньше текста, ищи нас, теперь ты будешь потеть. А я сейчас возьму маленький скин. Так, ладно, пойду-ка я сюда. Так, что же у нас есть здесь? У нас здесь есть ничего. Это хорошо. Так. О, это в гараж какой-то зашел. Тут гараж здоровый. Я был там. Тут не только автомобили поместятся, тут вообще можно жить в этом гараже. Тикаем! Че тикаем? Он, ты не увидел его? Да. Там был шкафчик прозрачный. Он был внутри там в гараже, Димончик. Да? Да, он, ты не видел? Он чуть сказал, тикаем. Ярик, молодец. Есть какое-то предчувствие, раз тебя в доме нету, может быть, ты где-то тут? Не знаю. Я в подвале. Ладно, сдаюсь. Хорошо, хорошо, молодец, это отличная попытка. Он меня нашел! Нашел! Димон, ты реально меня еще чуть-чуть, ты меня нашел, я тебя специально отвлек, типа сзади Ярик был, на самом деле его не было. Ты чуть-чуть бы меня нашел в той будке на улице, где хот-доги продают. А, я же хотел туда зайти, я что-то хотел зайти. А я тебя отвлек специально, чтобы ты именно не зашел туда. Вот это дело с тебе фортануло, просто, если бы ты не сказал. Еще бы чуть-чуть, и ты бы увидел меня, ну вот просто повезло так. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!